И снова здравствуйте, всем привет! Сегодня готовим ленивые голубцы. Для голубцов нам нужны фрикадельки, тефтельки. У меня здесь уже накрученные. Рецепт вкусного фарша для тефтелек у меня есть на канале. Подсказочку я вам там напишу в правом верхнем углу. Значит, смотрите, здесь уже подготовленные тефтельки. Я все фрикадельки хочу сказать. Здесь у меня уже нарезана одна луковица и морковка. Кубик, крупная терка. И капуста. Капусту нарезала. Вот так вот, просто как на салат. Капуста у меня молодая. Так, идем обжаривать лук и морковку сначала. Вот на разогретую сковородку наливаем масло, высыпаем сюда наш лук с морковкой, обжариваем немного. Потом будем добавлять сюда капусту. Так, обжариваем. Все, лук с морковкой немного обжарили, теперь забрасываем сюда нашу капусту нашинкованную. Капуста она долго не будет жариться, она молодая. Если со старой делаете, то протушивайте больше. Ну, вместе, теперь все вместе обжарим немного. Так, все, капусту немного обжарила. Нам каша не нужна из капусты. Все, теперь подсаливаем. Тефтели у нас подсоленные, соответственно. Фарш у нас готов. Теперь перчик. Сахар пол чайной ложечки. Чайная ложечка уксуса. И томатная паста. Пасту 1,5 столовые ложки. У меня такие одноразовые пакетики, но я знаю, что здесь 1,5 столовые ложки. Перемешиваем, ставим воду нагреться горячую. Так, наливаем кипяточек. 2 минуты и выключаем. Перемешаем 2 минуты и выключили. Что-то я по 2 раза повторяю, не знаю. Даже 2 минуты не будем держать. Все, оно уже кипит. Все, выключаем. Так, я сегодня в такой кастрюле стеклянной буду делать. Накладываем на дно капусту нашу. Закрываем дно. Еще ложечку. И выкладываем наши тефтельки подготовленные. Тефтельки выложили и закрываем сверху капустой опять. Выкладываем всю капусту. Все. Закрыли. Смотрим, хватает нам здесь жидкости, чтобы наши тефтельки здесь напились, чтобы было в чем тушиться. Хватает воды, я не добавляю. Все, отправляю в духовку. Духовка у меня уже нагретая, 180 градусов. Я думаю, минут на 35. Ну что, все, наши ленивые голубцы готовы. Сейчас я насыплю тарелочку и посмотрим.
Так, накладываем сначала капусточку нашу вкуснючую, ароматную. И теперь тефтельки. Вот вам и голубцы ленивые. Не надо ничего крутить. Если кто не любит крутить, вертеть. Вот такая у нас красота получается. Пробовать я не буду. Я себе уже язык испекла. Пробую постоянно все горячее. Все, вот такой у нас красивый обед-ужин. Возможно. Приготовьте, попробуйте. Это вкусно, это просто. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Мне приятно отвечать на ваши комментарии. Все, всех люблю, всех целую. Всем пока!